Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с лидером российских мусульман, муфтием шейхом Равилем Гайнутдином. Главной темой встречи стало возрождение ярмарочной мечети в Нижнем Новгороде. Я лично сам по своей инициативе хотел возродить, к сожалению, пока нереализованный проект по созданию духовного центра мусульман Нижегородской области на территории нашей соборной мечети. Здесь я попросил о помощи и в деле создания духовного центра, чтобы закрыть полностью уже территорию и зону соборной мечети. И тематику возрождения ярмарочной мечети мне нужна помощь от вас. То есть надо как-то мобилизовать бизнес, который, значит, здесь, в Москве, могут себе это позволить. Мне позвонил в свое время Хуснуллин Марат Шакизанович. Моего кабинета он звонил. Да, да. Я слышал этот разговор. И, ну, если вы слышали этот разговор, то он меня спрашивает: Глеб, как насчет к 1000-летию, значит, ислама возродить мечеть? Ты не против? Да. Я сказал: конечно же, не против. Давайте сделаем. Марат Шакизанович, помощь будет нужна, но сделать можно. Вы получили благословение наше, и мы сделаем все для того, чтобы наши братья и сестры мусульмане области, они вас поддержат. Молю Всевышнего Аллаха даровать вам здоровье, успехов, благополучия, благоденствия в служении народу, в служении нашему Отечеству.